Вот уже на протяжении нескольких недель температура на территории Гайского городского округа днем достигает свыше 30 градусов. Съемочная группа портала Гай.рф вышла на улицы города, чтобы узнать у гайчан, как они справляются с жарой. Только самогонкой или пивом. А по-другому никак? А по-другому 30 рублей. И 30 рублей выручите, будет вообще ништяк. Никак не спасаюсь, дома сижу, вечером хожу. Никак. Работаем. Я пью много воды. Замороженной водой. Да никак, подыхаем. Я шляпу одел, ты пошла. На речечку купаюсь. Водичку пьем, она целая суть. А как вы спасаетесь от жары? Да вот домой иду.